По всей России продолжается череда массовых чисток, в том числе и в главной оборонной структуре страны. Так, в Санкт-Петербурге осужден замначальника Госстройнадзора Минобороны России Николай Развозин, который вместе со своими подельниками получал взятки за подписание актов приема объектов, возведенных для оборонного ведомства. Это означает, что Развозин закрывал глаза на стандарты и принимал объекты, которые не соответствуют оборонным требованиям и в критический момент могут привести к серьезным последствиям. Что мы наблюдали, когда происходила атака беспилотников на Москву, после которой были задержаны ответственные из Минобороны. Сумма взяток замначальника Госстройнадзора Минобороны составила более 4 миллионов рублей. Суд приговорил Развозина к 7,5 годам условно и конфисковал у него земельные участки и автомобили премиальных марок, которые перейдут в доход государства. Также на этой неделе в Челябинске был арестован руководитель Центра обслуживания мировых судей Евгений Кузнецов за взятки. Кузнецов получал деньги от коммерсантов за помощь в заключении госконтрактов. На данный момент следствие выясняет объем причиненного ущерба. А в Пятигорске под суд пойдет сержант ППС Рамзик Аганжанян. Вместе со своими коллегами он создал группировку по выбиванию взяток от рыночных торговцев и наркоторговцев. В общей сложности стражам порядка удалось заработать более 4,5 миллионов рублей. Теперь вымогателям избирается мера пресечения, а их имущество арестовано. Редакция «Момента истины» также продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.